Так, у некоторых водителей отсутствовали документы, подтверждающие законность их деятельности. Некоторые из проверенных автомобилей не были оснащены специальным оборудованием. Только за 2 месяца сотрудниками УВД было выявлено 39 фактов организации незаконной перевозки пассажиров, составлено 44 административных протокола. Такие рейды будут проходить и впредь, и в текущем году было выявлено более 50 административных правонарушений в области перевозки пассажиров. Ответственность предусмотрена достаточно серьезная, вплоть до конфискации транспортного средства, до решения суда.